У нас на брифинге о дорогах говорили много, и разговоры эти были скорее минорными. Да. Что касается текущих дорог, по которым больше всего проблем, это Болховская, Маслозаводская, Комсомольская, Генерала Родина. Ну, не, я уже говорил, по-моему, можно сегодня называть те, на которых нет проблем. Но самое раннее исполнение этих дорог – это 16-й год. А так 11-й, 12-й год, 13-й. Соответственно, ну, нужно понимать, что есть, конечно, моральный и физический износ просто этих объектов. Сейчас мы находимся на участке переулка Маслозаводской, ремонт которого несколько дней обсуждался орловчанами в соцсетях. Напомню, 6-7 марта здесь было перекрытие движения, так как проводился ремонт дорожного полотна. Уложили асфальт, но буквально через день-два орловчане в соцсетях стали выкладывать фотографии, где было видно, что свежеуложенный асфальт вывалился из тех самых дыр, которые пытались залатать. Как сейчас мы видим, залиты они по новой жидким асфальтом. Вроде бы все держится. Как пояснили в городской администрации, отремонтирован этот участок был за деньги спонсоров. Мера была вынужденная, полотно пришло в негодность. Надолго ли его хватит, покажет время. Первого ремонта хватило всего лишь на 2 дня. Водители, которым по этим дорогам ежедневно приходится ездить, эпитеты в их адрес произносят разные. От... Да подразбиты малость. Ну, совсем чуть-чуть, да? Чуть-чуть, да. В других районах хуже. До... По-честному, только матом. Только матом. И такого мнения, как показал наш опрос, придерживается большинство. Сразу хочется спросить ответственных лиц, не могут или не хотят ремонтировать как следует. Хотят, но погода не та. Сегодня погодные условия нам не позволяют оперативно зайти на дороги и горячим асфальтом выполнить ямочный ремонт. Проблемы есть. Иногда, правда, и могут. И тому есть примеры. Буквально противоположную картину мы можем наблюдать в километре от переулка Маслозаводского на Лужковском мосту. Здесь проходит основной объездной путь всех большегрузов, которые идут в обход Орла на объездную трассу. Еще неделю назад здесь были разбиты дорожные стыки, причем разбиты были настолько, что передвигаться по мосту можно было со скоростью 5-10 км в час. Создавались многокилометровые пробки во все стороны. Люди простаивали в этих заторах по полчаса и больше. Но буквально на прошлой неделе стыки были обработаны, заделаны литым асфальтом, как видим сейчас. Стыки на месте. Автомобили беспрепятственно проезжают по мосту, заторов не создается. Асфальт, как я сказал, уже на месте. И будем надеяться, что эти латки останутся до основного большого ремонта, который пройдет, как обещали власти, уже в этом году. В сложившейся ситуации без вмешательства ГИБДД не обойтись, ведь безопасность на дорогах зависит и от качества этих самых дорог. Сотрудниками отдела ГИБДД по городу Орлу только с начала 2021 года именно за неудовлетворительное содержание проезжей части переулка Маслозаводского, Лужковского моста было составлено 4 административных протокола, это по части 1 статьи 12.34, и направлены в Мировой суд для рассмотрения. Также в настоящее время проводится еще одно административное расследование именно за Маслозаводской переулок, за неудовлетворительное содержание его в безопасном для дорожного движения состоянии. На этот год в Орле запланирован ремонт более 10 километров автомобильных дорог. Ждут в свою очередь Болховское шоссе и Московское, переулок Маслозаводской и ряд других улиц областной столицы. Все ли дождутся, узнаем совсем скоро. Олег Рудаков, Андрей Борискин, телеканал «Первый областной».